конечная, Петрович. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Надо найти, чем бы цепоньку сковырнуть. А то перелезать не хочется. Проваливай отсюда! Сука! Хана тебе! Еще поговорим с вами. Спасибо, ребята. Всю душу из меня вытрясли, если б не вы. Даже вы устали с дороги. Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем. Вот так и живем. Тяжело, конечно, но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось.
Видел, у вас тут электростанция рядом. Не пробовали запустить систему? Да некому. У нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Ладно, друзья. Надеюсь, вам все понравилось. А мне пора на боковую. Приятных снов, дядя Миш. Здорово! Спасибо тебе. Попробую потом сам собрать. Ну хорошо, последнюю. Петрович, ты из какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелеть удалось? Там, говорят, совсем тяжко было. Я мало что помню. Очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вонь и пятна крови. На это же парень был один. Все бродил по палатам. О помощи звал. А чем тут уже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкарабкался. Теперь даже и не знаю, что лучше.
Сон не приходит. Ага. Да, мне тоже не спится. Одолевают кошмары из прошлой жизни. Давно спросить хотел. Откуда шрам на лице заработал? Да он из тех самых кошмаров. Автокатастрофа. Когда ты молод и полон сил, кажется, ничто тебя сломать не может. И ты совершаешь глупости. Много глупостей. Некоторые из которых потом не можешь забыть и простить себе. Алло, Анюта, привет. Да, да. Как Светик там? Ну, отлично. Аня, у меня командировка планируется, может, я заеду на неделе? Хорошо. Хорошо, буду ждать. Давай. Пока. Да? Подъем, твою мать!
Вы же сами не хотели по-хорошему. Так, этого тоже в тачку. Давай, пошел. Куда едем, парни? Немного проветримся. Эх, может, сигареткой угостишь? Почему нет? Давай, освобожу. Держи-ка. Трофей. Давай дальше вали.
колечко в кармане не завалялось? Спасибо, друг. Вот так. Жить буду. Идем. Нужно поскорее убраться отсюда. Петрович, у тебя остался кто-нибудь из прошлой жизни? Семья? Друзья? Семья. Только далеко они. Так ты их искать собираешься? А я как был отшельником, так им и остался. Всю молодость прожигал жизнь. Был везде и нигде, со всеми и ни с кем. Люди вокруг, и там, и тут. А в душе одиночество, пустота.